И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King and Fire, Дэн, Дарт Вейдер, Итучка, Сергей Тайм, Буберчик, ОлТВ, пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет, Дарт Вейдер с вами. Андреасом ЛТВ. Ребята, сегодня у нас будет очень классная серия, потому что пацаны будут защищать гигантскую бомбу, а я буду на большом роботе приходить и пытаться ее взорвать, а пацаны должны защитить. Смотрите, какой у нас классный большой робот. Если пьете кружки, приятного аппетита. Смотрите, что, какие сальтухи. Где сальтони у меня на машине? Вот это жить, пацаны, там ловите своего. Представьте, сейчас на бомбу упадет. Так, короче, ускоряемся, идемте до бомбы. Шутки прочь. Все к бомбе, ребята, все к бомбе. А я быстро иду туда. Я сейчас буду пытаться бомбу, короче, закинуть сдалека. Ого, там машины разлетаются. Есть Владыка и Тучка, все сделаем, бежим. Давай, давай, и Тучка, слушай. У вас есть командир, я вижу, нарисовался. Командир, да, это ваш? Да, и Тучка, нахуй, командир. Давайте немножечко вот так вот. Пошумим. Ребята, робот приближается. Так, а я не смогу. Я здесь не смогу никак. Ладно. Ты что там стреляешь, Алешна? Вот это пылище я надел. Короче, пора тебя утилизировать. Не попал, да? Еще разочек. Да ты задрал стрелять. А вы попадаете оттуда по мне. Короче, иди в воду. Красиво улетел. Че, пацаны, вы готовы посмотреть, как ваша бомба взорвется? Кстати, в следующем раунде я сделаю просто гигантющую бомбу. Смотрите, пошли бомбы. Красиво. Это было эпично. Разогрелись и погнали. Короче, иди сальтухи делай, дружище. Куда? Хорош. Ой. Хорош, хорош, ой. Хорош. Так, надо сразу им пулемет избивать. Только целиться сразу по пулемету. И все, у них... А, пошли ракеты, не надо их сбивать. Да. Есть. Вот и бомбочка моя. Нет. 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 Ба! Ваша база, пацаны, взорвана. Ну что, пацаны, я выдвинулся. Смотрите, просто улетел в небытие. Как игрушка. Вы что, на крыше там пулемет поставили или что? Ты что, сумасшедший, что ли? Отвали от меня. Ого, там ракеты летят. Я его угомонил. Попал, попал. Хорош. Кстати, одна ракета около 3000 выносит. Все, все, улети. Не хочу я. Вот это жестко. Вы разлетаетесь просто на куски. Я чувствую очень мощь большую. А, успокойся, псих. Вот откинул меня. Хорош? Ой. Блин, ребята, эти машины, что семечки разлетаются. Просто, смотри, пара выстрелов, все, машины нету. Сумасшедший человек, ого, машина улетела. Все-таки я попал, я знал, что он где-то там шкерится. Просто 2-3 щелчка, смотрите, он даже не доедет до позиции. Он даже не успеет выстрелить сразу. Бум. Вот это я вам сейчас устрою райскую жизнь, смотрите. Никто не успеет даже стрельнуть. А, стоял, ждал, что, думал, что я буду идти, а ты по мне стрельнешь? Да. Ого, ого. Там, конечно, выслали. Ого. 47 тысяч жизней, кстати, это самое большое жизни вынесли у меня за все время. А вон и бомбочка, ребят, я приближаюсь прямо к ней рядом. Я просто надеюсь на то, что у вас найдется умный человек, который по ней стрельнет, и она взорвется сама. Давайте попробуем это проверить. Это сейчас с вами мы и узнаем. Пацаны, не стреляйте, он сейчас нам делает подлянку. Все, я стою. Вы сами ее взорвали. Я ее не взорвал. Кто сделал? Ну, блин. Ну, вот так вот, все. Ты наступил на нее. Самый сложный раунд для меня, потому что пацаны могут использовать любую технику, которая у нас есть. Пацаны, я слышу, как вы заводите вертолет. Ребята, вы хотите посмотреть, как красиво падает вертолет, разбиваясь с людьми внутри? Давайте его подождем. Спасибо. Один выстрел. Вон осколки были. Ребята, один четкий выстрел. Один. Ого, по мне стреляют. Ого. Это было мощно, ребята. Едет танк. Едет танк. Мне едет танк. Он меня может убить, кстати, с одного выстрела. Я знаю эти штуки. Надо вот так дамажить. Просто дамажить, дамажить. И все. Выиграет сильнейший. А у меня, кстати, вообще урон не наносит. Я вообще урон не ношу, не ношу тебе урон? Не, у меня вообще стоит так же.
Я вернусь. Вот это жесть, что творится, ребята. А сейчас жизни тратится у танка? Блин, непонятно. Вы сами себя взорвали, пацаны. Я рады за вас. Откуда ведется огонь такой жесточайший? Надо валить. Я чувствую, что я умру. 47 тысяч жизней. Они меня просто вынесли за пару секунд. Так, отходим. Отступаем. Тактическое отступление, ребята. Вон там бомба. Попробую бомбу вот так взорвать. Нет! Она стреляет, King of Fire. Держись. Непонятно, а сверху есть кто-то или нету? Нету. Ай, 46 тысяч жизней. Жизнь, ребята, тает просто на глазах. Вот это же... Ой, вертолет меня врезал. Ого, 44 тысячи. Походу, вы отняли, когда врезались, у меня очень много жизни отняли. Че ты делаешь? Рылка ты картонная. Я был человеком... Я сейчас сделаю, чтобы тебя взрывом вынесло. Ой, красиво, ребята. Ого, взрывы пошли, минометы. Как они хотят меня уничтожить. Танк. Танк, 25 тысяч жизни. Раз чуть-чуть. Так, хорошо, что я обпетлял. Так, отходим. Ого! Что за пушка мощная. Так я отошел специально, чтобы меня не убили. Такой. Есть один вариант. Я могу кое-что запустить. Давай. Не знаю, попаду я там в ядерку или нет. Вот это они гасят. О, вертолет, привет. Надо тебя убить до того, как ты до меня долетел. Я знаю, вы хотели в меня врезаться 100 пудов. Вот 101%. Офигеть, все взрывается. Вот это они с минометом меня просто гасят. О, привет. Да, уходи. Ого, уже танк наверху там. Вы че, вообще, пацаны, на приколе? Мы серьезно устали. Ребята, извините, я сейчас по кому попаду. А, не попал. Хорош, хорош. 25 тысяч жизней. Все, короче, ребята, ва-банк иду. Ох, вертолет прилетел. 17 тысяч! Вы за раз отнимаете очень много. Пацаны, говорите свои последние слова. Ты где? Ты лох. А, вот так, да, вы ко мне? Да. Я сейчас умру, но я должен любым способом взорвать эту бомбу. Ты не попадаю? Взорвешь. Все, я умер. Хорош, все. Yes. Да почему бомба не взорвалась? Я лечу смотреть. Я там нет. Она удалила... Вы удалили бомбу? Мы не удаляли эту ключку. Я тут при чем? Хорошо, пацаны, я буду считать, что... Сейчас будет решающий раунд, кто из нас победит, вы или я. Согласны? Я даже не понял. Все, теперь я играю четко, и я должен дойти до бомбы и ее взорвать. Это будет очень сложно, потому что теперь пацаны очень сильно мотивированы и тренированы, да, пацаны? Да. И, конечно, да. Брать любую технику, это любой додик может. А вот за робота сыграть только умный человек. Слушай, тебе хватит, ладно. Я знаю, что 7 против 1 или 6 против 1. 7, да. Не знаю, у вас вы могли взять танки, сзади все просто по танку выстрелить меня вот и все. Вот. Смотрите, танк что делает. 71 тысяча жизни. Иду даже не сопротивляюсь, 61. Кстати, жизни максимально быстро тратятся. Я даже не успел поставить миномет, что там. Ну что, пацаны, стреляйте по бомбе. Вот я стою далеко от нее. Сейчас я уже не могу по ней ничего сделать. Ну все, вы взорвали бомбу сами. Что это? Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. А я живой. Пока. Всем пока.